Фотостогос Паркас имеет вот такой комплекс банный, который состоит из трех бань. Вот литовская такая традиционная баня, солевая баня и вот баня, где проводятся программы. А программы проводятся вот профессиональными банщиками, это очень чувствуется. Для меня это самое привлекательное, поскольку бани разные. Это и бани с ароматерапией, где ты ощущаешь и запах дуба, и клёны, и берёзы, и серебристые ели, иногда полыни, разные травы, которые приносят. Солевая баня – очень интересная программа. Это, ну, соль вообще полезна, и её нагревают на печи, и в ковшике это соль с прополисом. И банщики проходят каждому участнику этой программы, и пересыпая соль из одного ковшика в другого, вдыхаете, и вот эта соляная пыль, она как раз и способствует и выздоровлению, если ты чуть-чуть приболел, и для верхних дыхательных путей, для простуды очень полезно. Моя самая любимая программа – это программа «Флаг». Это острое ощущение, это экстремальная программа для таких заядлых парильщиков, те, которые любят давно баню, давно ходят, и должны быть, конечно, подготовлены к ней. Потому что пар, который создается в бане, он банщиками размахивается флагом сверху вниз и опускается на участников этой программы. Остается высокая температура, такое ощущение обжигает тебя. Но зато прогревается тело очень глубоко, все мышцы прогреваются, такая расслабленность становится. А потом тебя обдают резко холодной водой, и ты чувствуешь бодрость. И вот это моя любимая программа. Ну, профессиональные банщики, они предлагают иногда процедуру индивидуальную. Индивидуальная процедура, она заключается в том, что тебя парят вениками одновременно двумя. Попеременно. И это получается, что все тело находится под воздействием такого механического воздействия березовыми вениками. После того, как тебя полностью обработают это такими ударными движениями с ног до головы, еще предлагают сделать вениками такой массаж головы. Я делала это первый раз, и для меня это было очень удивительно, потому что, когда начинает голову вениками обстукивать мягко, вроде бы со всех сторон, но все равно первое ощущение – это звон в ушах, совершенно непонятное состояние головы, а потом потихонечку это все проходит, потом тебя обдают ледяной водой, и ты приходишь в нормальное состояние, и появляется легкость не только в теле, но и в голове. В Москве у нас таких программ вообще нет, даже в оздоровительных и фитнес-клубах не применяется. Поэтому это для меня было новое, очень привлекло, когда я первый раз сюда попала. Я сказала, что я в Москве буду рассказывать обязательно про программы, которые я видела в Фотостогос Паркас, и буду рекомендовать вот те, которые имеют вот такие фитнес-клубы или банные комплексы. Это, конечно, очень интересно и привлекательно, а главное, очень оздоровительно для человека. После программы мне баня всегда дает ощущение и бодрости, и легкости. Снимается усталость, если ты физически чувствуешь себя, может быть, не очень хорошо. Прекрасно снимается стрессовое состояние. Если плохое настроение, то ты из бани выходишь уже с хорошим настроением, и тебе хочется летать. Полюбите баню так, как люблю ее я. Приходите сюда, получайте удовольствие. Всегда здесь вам рады и всегда вас ждут.